Мы сейчас на олимпийской базе Конча Заспа, город Киев, под Киевом. Здесь в основном все олимпийцы находятся, которые будут готовиться в Рио-де-Жанейро. Вот сейчас у нас проходит подготовка здесь. Усердно работаем, так что будем надеяться на хороший результат. Вот в марте у нас будет пару турниров. Первый у нас будет командный, такой серьезный более-менее. Потом Кубок мира. И впереди два больших старта. У нас будет Test Event, это отбор на Олимпийские игры командой. Чемпионат Европы. И прямиком, если попадаем командой на Олимпийские игры, ну, я думаю, должны попасть. Вдохновляет в первую очередь повышение своих результатов. Хочется доказать всему миру и в первую очередь себе, что после чего-то хорошего, когда ты показываешь на высоком уровне, на хороших помостах, и хочется доказать, что ты больше стоишь, чем ранее, так скажем. Хе-хе.